далее. Вот видите, вокруг я обкосил. Вы знаете, почему здесь не тронул? Муравейник. Это святое, это муравейник. А я еще смотрел, да, там букашек таскает, все как положено. Вот, защита работает. Потом я горожу кольями, вот, и все, муравейник остается навсегда нетронутым. Валерий Костенец, спасибо вам за науку. Подскажите, еще мне достались деревья в очень плохом состоянии из-за неправильной посадки или неправильной посадки, или из-за грунтовых вод. Хотя дикая груша с трехэтажным домом. Вот смотрите, дети грунтовые воды. Я еще раз, я найду, не найду. Я сейчас это все пропускаю, да? Господи, если не найду. У меня там-то было. Там линзы в одном метре. Тут же рядом до воды 10 метров, вспоминаем. Или мне сейчас найти это? Ну, в принципе, мы это проходили. Я схему показывал. Есть верховые воды. Есть вода пониже 2-3 метра. Есть еще артезианская вода. 10-20 метров, может быть, даже в 100 метрах под землей. И где посадишь, а в природе деревья садятся по принципу миллион семян на, допустим, на сотку. Миллион семян. Природа решает, это будет расти, это не будет. И редко ошибается. А мы лепим на эту сотку, что хотим. Так. А где-то она попала, где-то воды. Вот у него, вот он говорит, я еще раз, ну, не буду возвращаться, смысл такой. Трехэтажного размера груша, и тут же до воды 3 метра. А для чего мы рамками-то ходим? Тут же, вот я схему показывал, но я не догадался тут лепить эту схему. Вот там ясно видно. Вот здесь действительно 2 метра до воды. Два шага сделал, до воды уже 8 метров. Вот там-то груша никогда не бывает, что все ровненько под землей. Под землей специально сделано так, что как бы вот. Я на стороне, в данном случае, даже религии, посмотрите. Искусственная форма земли предусматривает, как будто это искусственно, как будто кто-то это делал специально, слой за слоем, кто-то строил землю. Вот и так. И она не могла быть просто, вот там на глубине 3 метра или 2 метра, вот идет сплошная это. Там озера нету, это просто там менее рыхлая почва, а тут более рыхлая. Более пропитанная. Если ты туда колодец докопал, сразу раз она наполняется даже не сразу водой. Всего лишь. Так. Попал на водоносный слой. Тут 3 метра, а там 10. Здесь могут расти одни, там другие. Это природа. Вот это я хотел сказать. И то, что у него там трехэтажная груша, это не говорит, что она растет там, где 2 метра до воды. Вот это хотел сказать. Пока не будет съемки специальные, говорить бесполезно. Или, моя тема любимая, или рамки. Можно рамками пройти и карту составить с помощью этого. Но мы белокаточники, сумасшедшие городские, мы не в частях.